Всем привет, дорогие подписчики, с вами вновь я, Мэнси, и сегодня у нас начинается первый матч турнира. Первый матч турнира я попался против Колдри, это мой соперник на первый матч. Также в одном матче у нас будет три тура, это МК и Калаши, АИМКа, второй это тур у нас АВП, и третий это карта на выбор. Я вам покажу первые три раунда в АИМКе, дальше я буду уже как-то вставлять свои комментарии и все такое. Посмотрим, в общем, как получится. Надеюсь, вы в меня верите и за меня болеете. В общем, начинаем. Сука. Ах ты сука. 3-4 ван. Все, собрали. Пошел нахер. То, что происходило дальше, я в это просто не верил. Вроде бы казалось, он не самый профессиональный игрок. Обычно, когда мы играем в мел, он почти всегда на последних местах. Да как, блять? Но на имке я вообще ничего не понял. Или он на ММ косит по дурачка, или он так хорошо играет. Ты шо, охуел, Наша первая половина закончилась со счетом 8-7. Что ожидает вас дальше, сейчас вы все увидите. Сука, я не знаю, как ему, блядь. В общем, раунд с ВП получился очень скучным. Я вам покажу только самый интересный момент, какие-то смешные. Ну, там несколько первых раундов я вам покажу, чтобы вы понимали суть, все и такое. Но, в общем, там реально ничего нет интересного. Просто вам покажу что-то смешное, что-то интересное, я не знаю. В общем, сейчас все увидите. Ребят, как по мне, вообще третий раунд в нашем турнире, он самый скучный.
То есть мы тупо играем на одной карте, это примерно 20 минут. На самом деле это очень выматывает, особенно по монтажу. Вырезать что да как. Я понимаю, это не КСММ, то, что там можно, да, выделить какие-то моменты. Скорее всего, сейчас я вам просто покажу киллы. Просто киллы, ничего больше. Надеюсь, вам этого хватит. Небольшие итоги, так как в последнем раунде вообще нечего рассказывать, вы сейчас все видите в принципе сами на экране. Я просто хочу рассказать о концовочке данного нашего тура. Что хочу сказать, соперник оказался средним, знаете, ну то есть я ждал более такого лайтового уровня, не то что показал Колдри в данный момент. Я ожидал, что я быстренько просто обойду его. В принципе, я его обошел, но не так легко, как я думал. Первый раунд это было что-то с чем-то. Я даже не мог подумать, что он сможет меня побеждать. И 12-16. Я не знаю, это просто что-то непонятно. Что касаемо ВП, скорее всего, мой скилл зарешал. Хотя я с ВП очень плохо стреляю, никогда не играю в ММ с ним, потому что мне кажется, что. Ну, я ничего с ним не могу сделать. У меня нет толком жесткой реакции, да. Но я выиграл 16-2 или 16-4. Вы на видео все сами видите, как бы, что я могу сделать. Ну, а что касаемо ММ нашего, так сказать. Ну, там тоже оказалось более-менее легко. Где-то я уже вел лайтово, потому что понимал, что победа в моем кармане. Так как две победы, это уже проход дальше. Ну, как бы мы играли все друг с другом. И просто по количеству набранных очков мы выбирались в турнирной таблице на первое место, так сказать. В общем, как-то так. Желаю Колдри в следующем удачи, чтобы все у него получалось, выиграл всех своих соперников. Ну а меня ждет следующий соперник.